Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем взрывать очередную мисочку. Смотрите, взял на сегодня вот столько петард. О. И мисочку. Вот такая мисочка у нас будет. Повзрываем. Так, что ж, давайте приступим. Берем вот эти петарды. Так, в карман. И погнали тестить. Так, будем где-то здесь взрывать. Вот так вот. Вот такой Корсар 3. Есть первый полет. Так, на очереди Корсар 4. Вот такой. Взрывный. Так, дальше берем треугольник. О, смотрите, первое повреждение. О, даже смотрите, здесь эмаль уже отлетает. Вот это полетело. Да, нужно дальше ставить. Давайте где-нибудь вот здесь. Так, установим еще Корсар 4. Так, смотрите, во. Слышите, как эмаль хрустит? Слабенький. Так, это у нас P100. Есть полет. Так, берем. Дальше у нас будет Канель 4 флэш. Вот такой. Давайте вот здесь. P2000 на очереди. Вот так. Ух, ребята, зашел я куда-то в деревья. Не было видно, но ничего. Еще есть мощные петарды, так. Давайте все же вот там взрывать, чтобы было хорошо видно. Так. Берем вот эти. Во. Так, это у нас жуки от феерии. Смотрите, какой жук. Тут висит паук. Канель 2 на очередь.
К02, походу, не сработает. Давайте запахаем вот такую розочку. Что ли? Давайте на столе. Ну, вот так вот, ребят. Сработало. Так, сюда ее. Давайте смотреть, что там. В сторону. Так, эта штука тоже может не сработать. Вот этот скрим. Ну, давайте посмотрим. Нет, сработал. Ну, что-то слабенько. Так, есть у нас вот такая петарда P1223. Есть полет. Так, берем шок петарду P2000. Вот так вот. Смотрите, какие повреждения тут. Краска просто слазит. Вот. Ребята, чуть не убил. О, смотрите. Вот это я понимаю, взорвалось. Жесть. Зацените. Все, короче, думаю, миска разорвется сегодня. Поскольку это уже прям критические повреждения. Так. Берем. Следующая петарда у нас К-44. Не прибило. Короче, миска где-то туда упала, так быстро взорвалась, что я даже не заметил, куда она полетела. О, походу все, ребята, продолжения не будет. Смотрите. Хотя, вы знаете, я же отсюда не уйду, пока она полностью не разорвется. Как раз осталось две больших петарды. Так. Вот такой Крышесар 6. Берем. Погнали. Хороший полет. Так. И давайте возьмем последнюю петарду. Так и быть, взорвем. Миска еще целая. Ахтунг вот такой. От кометы. Это. Так, смотрим. Повреждение еще больше. Значит, будет хороший взрыв. Давайте, ребята, посмотрим, кто из вас будет прав. Напишите, разорвет миску или нет. Вот, ставьте на паузу и пишите, разорвет миску или нет. Что ж, давайте будем поджигать.
Не, ребята, не разорвало, прикиньте. Ну, короче, там уже такие повреждения, что смысла, я думаю, взрывать уже нет. Ну да. Супец уже не попьешь. Смотрите. Вот все, что осталось. Одноразовые мисочки, не то, что раньше. 10 видео, 15, приживала одна миска. И то я там взрывал практически все, P2000 мощные. Вот так тут рвануло. О, смотрите. Что же, ребятки, надеюсь, видосик вам понравился. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего видео, понравилось или нет. Предлагайте, чтобы еще такого повзрывать. Если хотите, короче, еще мисочки, пишите слово «хочу» в комментарии. Буду для вас брать миски новые. Взрывать, короче, если вам это интересно. Также подпишитесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в комментарии. На втором канале также выходят крутые ролики с притехникой, как и здесь, очень интересные. Поэтому всем советую подписаться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Может быть, вы их не видели, пропустили. Не знаю. Ну, короче, зацените. Стараюсь для вас снимать каждый день, чтобы вам было интересно. Вот такие классные видео получаются. Растрепала миску. Ух. Блин, еще чуть-чуть, ребята, и разорвалась бы на 2 части. Но я думаю, и так хорошо. Она уже не выжила. Что ж, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.